Прибавка в семейном бюджете для миллионов россиян. Госдума во втором основном чтении приняла законопроект, идею которого предложил в своем послании президент. Налоговые льготы для многодетных, они получат значительные вычеты. Речь идет, например, о льготах для больших семей при определении налога на имущество физических лиц. Схема такая. Сейчас в квартирах не облагается налогом 20 квадратных метров. На каждого ребенка, сейчас вы это увидите, добавят еще 5. То есть, если трое детей, не надо платить налог за 35 метров. В частных домах вычеты будут еще больше. Налоговые льготы и для бизнеса. Людей старшего поколения избавят от бумажной волокиты. Наш корреспондент Дмитрий Кочетков разобрался во всех этих нововведениях. В семье Кузьминых 5 детей. Здесь уже прикидывают, сколько смогут сэкономить благодаря новым налоговым льготам. Мне кажется, это где-то будет 2500, для нашей семьи, приблизительно. Можно купить билет в аквапарк для всех деток, как раз на Новый год подарок. Хватит и на другие подарки, ведь 2500 останутся в семейном бюджете только за счет одного нового вычета по налогу на имущество, по 5 квадратных метров квартиры и по 7 метров жилого дома на каждого ребенка. А будут и другие льготы. Кузьмины и все, у кого трое более детей, получат вычет по налогу на землю. Из налогооблагаемой базы уберут 6 соток на семью. А если участок всего 6 соток, платить за него вообще ничего не придется. В своем послании Федеральному собранию президент предложил ввести новые льготы для многодетных семей. Поправки в налоговый кодекс в Думе подготовили оперативно, чтобы воспользоваться вычетами можно было уже в этом году. Почему это надо сделать именно сейчас? Дело в том, что в этом году граждане платят налог за 2018 год. И таким образом вот та платежка, которую люди получат в октябре месяце, она формируется по итогам 2018 года. Поэтому этим нормам придается обратная сила. Люди получат платежку уже с новым налогом, где будут учитываться эти поручения президента. Это очень важное решение. Другое новшество касается земельного налога, который рассчитывается по кадастровой стоимости. Его ставка не сможет расти более чем на 10% в год. Сейчас подобное ограничение действует для налога на жилье. Есть хорошие новости и для бизнеса. Если компания построила социальные и другие объекты и безвозмездно передала их государству, ее освободят от уплаты НДС. Среди авторов закона представители всех фракций. Так что во втором чтении поправки приняты единогласно. Все, что связано с налоговыми льготами, с социальными гарантиями, с повышением зарплаты, доходов, конечно, поддерживаем. Это необходимо, это надо, давно это надо было делать. Считаю, что отдельным семьям, отдельным категориям граждан можно предоставлять этот налоговый вычет, и нужно предоставлять на 100%. Да? Поэтому вот такой адресный подход в этом вопросе считаем правильным. Мы поддержим любые законы, которые облегчают жизнь наших граждан. Или это предприниматели, им там убирают бюрократические решетки, чтобы они по факту платили налоги. То есть улучшение самочувствия для наших предпринимателей и все же касается конкретных граждан. Эти же поправки упростят жизнь налогоплательщикам, пенсионерам, а также мужчинам старше 60 и женщинам старше 55 будут автоматически, без лишних формальностей, давать льготы по имущественным налогам. Писать заявление или собирать справки не потребуется. Также отменяется обязанность представлять декларации по транспортному и земельному налогам. А налоговую инспекцию для подачи отчетности уже скоро можно будет выбрать любую в своем регионе, например, которая ближе к дому или к работе. Дмитрий Кочетков, Владимир Беляев, Кирилл Кушнев, Сергей Золотавин, Сергей Романов, Первый канал.